Подготовку к выборам президента России, которые пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года, обсудили на межрегиональном экспертно-аналитическом круглом столе. В нем приняли участие общественники, представители избиркома и члены общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. На связь с Самарой по видеоконференц-связи вышли члены общественной палаты Волгоградской области. Модерировал встречу ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованиями при Общественной палате Российской Федерации Александр Точенов. Как мы, гражданское общество, встроены в организацию общественного контроля за электоральными процессами в стране, какой, где какие есть наработки, это цели, как на круглых столах. Обмен опытом, там сверить часы. Кого-то в регионе уже давно отработано, а мы условно здесь только думаем об этом. Участники круглого стола обменялись опытом работы общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в своих регионах. Озвучили планы и поделились ходом подготовки к предстоящим дням голосования. Мы как штаб общественного независимого наблюдения однозначно принимаем участие во всех процессах, которые связаны с электоральной повесткой. Мы подготовили всех наблюдателей в регионе и все 1751 участковая избирательная комиссия принципиально нашими независимыми, подчеркиваю, общественными наблюдателями сегодня обеспечено. Общественное наблюдение – это один из таких предметных вопросов легитимности выборов 2024 года. Для нас это очень важно. Новеллы избирательного законодательства стали одной из тем обсуждения на круглом столе. В их основе – соблюдение баланса прав кандидатов и избирателей. Изменения коснулись и прав наблюдателей. Установлено право наблюдателя на ознакомление со списком избирателей в электронном виде. Учитывая, что в избирательное законодательство внесено изменение, соответственно, в федеральный закон о выборах президента Российской Федерации внесено изменение в части возможности ведения реестра заявления о голосовании вне помещения для голосования в электронном виде, соответственно, это право на ознакомление у наблюдателя также теперь есть и на ознакомление с данным реестром в электронном виде. В дни голосования все избирательные участки на территории Самарской области будут обеспечены средствами видеофиксации. На 954 участках будут установлены камеры видеонаблюдения. На остальных участках – средства видеофиксации, видеорегистрации. В течение дня средства видеофиксации направлены на стационарные ящики, либо на КАИБы, где они будут использоваться. В течение ночного времени видеофиксация будет осуществляться с сейфов, которые хранят сейф-пакеты с избирательными бюллетенями. И, соответственно, при подсчете голосов тоже средства видеорегистрации, видеофиксации будут направлены на действия членов комиссии по подсчету голосов. Все бюллетени для голосования будут оснащены специальными марками. Движение марок и бюллетеней для голосования от типографии до избирательных участков будут производиться специальной службой. Они будут обеспечены круглосуточной охраной правоохранительными органами. Под особой охраной и бюллетени после голосования. До подсчета голосов они будут храниться в промаркированных сейф-пакетах с серийным номером и индикаторной лентой. Следить за законностью избирательного процесса призваны независимые общественные наблюдатели. Каждый избирательный участок в регионе будет обеспечен наблюдателями. Ответственным за формирование их пула, обучение, направление на избирательные участки является общественный штаб по независимому общественному наблюдению. В Самарской области в состав этого штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права Юридического института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.